Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в РП Товарковский, Богородицкий район, Тульская область, улица Кирова, фикс прайс. Смотрите, органайзера вот такие. Они перевернуты вот в таком состоянии. Вот так, смотрите. Думаю, он крутится. Вот так должен крутиться. Вот видите, там что-то не, по, не а, сам вот это крутится, видите? Я знаю, что крутится. Вот так вот, смотрите, видите? Вот так вы можете туда все поставить и крутить на выбор, что вам нужно взять быстренько для... Ой, нет, куда-то надо поставить. Вот поставился. Органайзеров очень много. Набор для дорожных флаконов очень много. Смотрите. Смотрите органайзеры. Так, также мне понравился дорожный фен. Сейчас я вам покажу. Он прям вот здесь. Ручка складывается. У фена две скорости. Вот он электрический фен. Складная ручка. Цена... 299 рублей. Вот такого фена. Я не буду вытаскивать его из коробки. Ну вот, смотрите. Производитель Китай, конечно же. Так, также хочу показать еще. Привезли наборчики для куличей. Форма для выпечки с замком 199 рублей. Одинарные вот это. Так. И вот такая еще. С замком. Так. Для яичек. Вот такая подставочка красивая. Тарелочка, курочка. 149 рублей. Там они разные. Сразу хочу сказать, не одинаковые. Так, эти я показывала уже. И вот такие. Тарелочка пластиковая. Так, таймер для яиц тоже показывала уже. Солнцезащитные. Вот такие очечки. 149 рублей. И вот такие еще есть. Смотрите. Рублей. Очки. Массивные такие, огромные. Так. Это для ноутбуков сумочка. Вот такие красивые. Так, насос есть велосипедный. 77 рублей. В комплекте уже все есть. 77 рублей. Так, подставка 249 рублей для телефона. Они были у нас уже. Привезли еще. Так, это у нас что? А это аккумулятор, фонарь с кабелем СПМ, велосипедный аккумуляторный фонарь с кабелем СВМ. Так, светильник светодиодный СВ кабелем 30 сантиметров. Такой, смотрите. Так, поближе показала. Такой у меня есть. Очень долго служит до сих пор. Я еще покупала в городе Богородицке вот эта лампа с переключением. Тут вот включить и выключить. Очень удобная вещь. Так. Велосипедные перчатки 149 рублей. Также чехол для сидения есть 149 рублей.
Так, это пленка защитная, кто это делает для окон. 50 рублей, мне кажется. Так. Также в наличии есть валики для покраски. Смотрите, вот такие малярные, размер 22. Так, и вот такие перчатки рабочие есть. Так, валик 77 рублей. Сразу хочу сказать. Шпатель. Все есть. 77 рублей. Так, для окон вот такой. Смотрите, оконный черенок называется. Оконно-мойка с черенком. Так, здесь, смотрите, переключение, что ли. Сейчас посмотрим, что это, для чего это служит. Ширина 44 сантиметра. Сейчас я посмотрю. 77 рублей. Или это выставляется. Можно снять и другое, чтобы другие поставить эти. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Нет, просто ничего не нажимается. Никуда. Вот такой валик оконный. Мыть окна. 77 рублей. Удовольствие. Так. Так, ёршик. Ёршик. Вот такой. 51 сантиметр. 50 рублей. Наверное, цены не вижу. Ёршика. Смотрите. Раньше другие ёршики были. А сейчас вот такие. Вот так. Так. Что тут интересного еще? Нашла вот такие. 199 рублей. Сеточка раздвигающая в раковину. Она вот так раздвигается. Вот эти, вот видите, вот это раздвигается. Вот так раз раздвигается. И с другой стороны также раздвигается. Вот она выдвигается. 199 рублей. Вообще удобно. А? Вообще удобно. Ну да. И любой размер можно. Да, 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 да. Цвета разные, в ассортименте цвета. Так, также ведра вот такие черные есть. Так, сколько здесь литров? Так, 12 литров. Вот такой ведерочка. Она с носиком вот таким. Не знаю цену, цены не вижу. Так. Это что, подставочка? А это полочка вот такая, смотрите, на ножках, угловая, складная, 34 на 22, цена 99 рублей. Вот такая, их можно две, одну на одну поставить, и получится вот такая полочка, и такие ножки. Цвета в ассортименте. Вот так она выглядит. Смотрите, ой, упал. Такой корзиночка универсальная для расчесок, для чего-то еще вы придумаете. Цвета в ассортименте. И вот такие маленькие, смотрите, вообще тоже цвета в ассортименте. Есть с темно-синий и темно-зеленый. Так, корзиночка вот эта стоит. А, белые есть, видите? Вот еще белые есть. Цена 55 рублей. Вот это стоит. Лоточка такой. Корзиночка. Так, вот эти еще привезли.
Смотрите, они, сейчас покажу, выдвигаются, так, ящички выдвигаются пластиковые, три штучки. Для чего? Для мелких инструментов в гараж можно, для чего-то еще. Дома также что-то можно приспособить. Очень удобная вещь. Цвета в ассортименте. И еще вот такой цвет. Вон, видели? Я показываю. Так. Праздный день, хочу сказать, среда, суббота, привозят всегда новый товар. Вот такие сидушечки, я уже их показывала, еще раз покажу. Смотрите, это на круглые, это на квадратные стульчики, табуреточки, коврики вот такие красивые. Смотрите, прям приятные, да? И вот такого цвета. Размеры преддверных. Сейчас я вам скажу. Так, 65 на 145. Так, это в ванную, для ванной комнаты. Вот эти. А вот это преддверные. Для наружу, вот, около двери, коридорчики. И вот такие еще. Так, чехол на сиденье. 149 рублей. Цвета в ассортименте. Вот такие цвета. Так, что там? И вот такие. О, цветов много. На ваш выбор. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Сидушечка. 40 на 40. 199 рублей. Цвета в ассортименте. Расцветки. И вот такие сидушечки. Ой, вообще тоже. Прям для кота прелесть. Такая сидушечка. Мягкая. Очень хорошая. Пока-пока. Желаю всем здоровья. Хороших выходных. Праздничных. Отдохнуть. Сделать все дела. Потому что их очень много. С 1 по 10 гуляют.